Депутат Государственной Думы Оксана Пушкина регулярно проводит выездной личный прием граждан в Одинцово. В течение дня парламентарий рассматривает вопросы, которые не решены на местном уровне. А дети где прописаны? Были ранее в деревне Устье, дом 28. Мы все там были прописаны. А сейчас мы все выписаны. К депутату на прием часто приходят дольщики. В этот раз из Звенигорода. Не обходят стороной проблемы и в социальной сфере. Многодетные семьи, женщины с трудностями после развода, дети. Все хотят поддержки и личного участия парламентария. Дети, которых не могут поделить родители, это тема бесконечная. Я, конечно, понимаю, что законодательно мы не дотягиваем вообще никак эту историю. И, может быть, все-таки перед тем, как люди разводятся, стоит вернуться, есть отдельная практика, стоит вернуться к так называемым судам детским, где прежде чем родители разведутся, им все расскажут. Их не будут мирить, но им все перспективы расскажут. Так делается в других странах. В Подмосковье остро стоит вопрос сохранения культурного наследия. В таких проблемах главный враг – бумажная волокита. Хождение по кабинетам и документооборот – это потеря времени. Поэтому встреча с Оксаной Пушкиной порой последняя инстанция. В некоторых случаях работает система. Там, где главы действительно работают. Здесь, в Одинцовском районе, у нас все под контролем, глава во всем разбирается, но тем не менее, конечно, люди хотят уйти, чтобы сразу им получить ответ. Поэтому я стараюсь пользоваться ручником, скажем так, только для того, чтобы люди не ушли с ощущением, а они уже привыкли так жить в такой системе координат, чтобы они не ушли с ощущением, что их выслушали и ничего им не сделали. Оперативно, лаконично, адресно. Цель встреч – оказать максимальную помощь и поддержку гражданам, решая вопросы на месте здесь и сейчас, без прикрас и лишних бюрократических проволочек. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».